Здравствуйте, сегодня будем мариновать шашлычок, обалденный. Нарезаю вот такими кусочками, солим, перчим. У меня здесь 2 700, почти 3 килограмма. На 1 килограмм мяса 1 головка лука. Либо на мясорубке, либо на блендере. Кладем лук. И на 1 килограмм 50 миллиграмм подсолнечного масла. У меня здесь 150 на 3 килограмма. И все вмешиваем. Хорошо вмешиваем. Ставим хороший счет на ночь. Если нету, вот мяско, ночи, то ставим на 2 часа. Надеваем на шампура и жарим. И получаются очень вкусные, сочные шашлычки. Всем приятного аппетита!